Всем привет! И вот уже декабрь на дворе. А что это значит? До Нового года осталось совсем ничего. А еще это значит, что вы смотрите видео «Итог лучшей подборки за ноябрь». Здесь я конкретно не буду описывать вещи. Это я сделала в предыдущих 6 видео за ноябрь. Они пронумерованы. И если вы еще не видели, советую посмотреть. Для тех, кто впервые на моем канале, следующая информация для вас. Я показываю ценник. На нем есть артикул. На сайте вы с легкостью можете по нему найти эти вещи. Приятного просмотра. Что у нас в Заре по верхней одежде в ноябре? 2 укороченные куртки мне понравилось. Одна прям толстенькая, хорошенькая, до минус 15. Вторая тоже неплохая. Чуть полегче, пооблегченнее. Вот эта куртка как раз утепленная. Не хотела подробно говорить, но напомню, она толстая, увесистая, с двойным высоким воротником. И, как заявлено, прошла лабораторные испытания на устойчивость к неблагоприятным погодным условиям. От 0 до минус 15. Дутые безрукавки не сдают позицию. Это в зеленом цвете. Они двусторонние. Напомню, что есть еще в черном цвете. Вот эту шубку я хвалила в прошлых влогах. Очень она мне понравилась. Кто ее урвал со скидкой на Black Friday, тот молодец. В зеленом цвете тоже мне приглянулась. Свитера. Этот кашемировый очень мне понравился, и фасон, и состав, единственное, цена кусается. Свитер лавандового цвета, состав хуже, смотрится неплохо, небольшой процент шерсти присутствует. Худи плотный, цвет не банальный, посмотрите на сайте, есть и другие цвета. Неплохие удлиненные свитера, мягкие, приятные к телу, отлично смотрятся с леггинсами. Зара нам предлагает вот такой интересной толстовкой с принтом. Для минималистичных образов простая базовая оверсайз толстовка 2000 рублей, представлена в нескольких цветах.
Кстати, вот эта кожаная куртка также была на скидке в Черную пятницу. Думаю, на предновогоднюю распродажу она тоже попадет. По платьям. Джинсовое интересное, плотный хлопок, два в одном, и как платье, как рубашка, зависит от роста и вашей фантазии. Горошек. Единственное замечание на напрямую фигуру и состав полиэстер. Платье Сенели, как я упоминала уже в прошлом влоге, неплохое, я бы усмирила грубыми ботинками. Вполне допустимо смотрится и с леггинсами. Жилетка «Восторг». Многие мне писали, что им тоже она понравилась. Тут без разговоров и кофта из вискозно-тутовый шелк изумрудного цвета. Однозначно да. Этот топ прекрасно будет смотреться как и в повседневных образах, так и в более праздничных вечерних. Про обувь уточню. В целом очень неплохая, интересная модель. Единственная моя пара была с небольшим недостатком, а именно выступающий клей на швах. Если в других парах такого нет, то рекомендую. Сапоги из натуральной кожи. Смотрите, единственное, чтобы они не заканчивали самой широкой части ноги и не топорщились по внешним бокам сверху.
Бижутерия в Zara, как всегда, в тренде, актуальная. По качеству нареканий у меня на данный момент нет. Все приобретенные изделия в отличном состоянии. Зары закончили, переходим в H&M по головным уборам. Рассматривайте с натуральным составом, шерсть, кашемир, нужен уход, конечно же, но в благодарность вы получите уют, тепло и комфорт. Пальто в H&M классные, постоянно об этом говорю, тоже обращайте внимание, можно урвать с прекрасной скидкой пальто из кашемира, например, за бюджетные деньги, намного дешевле, чем в других брендах. Также обращайте внимание на пиджаки не только в женском отделе, но и в мужских отделах, если любите оверсайз. Так, из бюджетных вещей можно еще рассмотреть джоггеры, кожаные брюки, блузки, платья и юбку из пайет.
Выбор домашней одежды всегда разнообразен в H&M. Сумки не всегда хорошего качества, но бывают неплохие предложения. Одно из таких на ваших экранах. И небольшая подборка украшений. Фризер – небольшой выбор, неплохой бархатный костюм, водолазки, серая и молочного цвета. Также можно рассмотреть еще сумки и рюкзаки. В манго совсем скудный улов, неплохой пиджак и дубленка укорочена. Остальное все хорошее в онлайне. Массимо на десерт. Свитера от укороченных до удлиненных с прекрасным составом. Стильное пальто, пиджак из шерсти. Мой отдельный фаворит – это костюм бархатный цвет ночного неба. Просто супер!
Также можно рассмотреть обувь, кроссы с мехом. Сама хожу в подобных. Куртки тоже большой выбор в Massimo и для любителей пух-пера и более облегченных моделей. Еще раз хочу напомнить, что подробно узнать о вещи вы можете в моих предыдущих шопинг-обзорах за ноябрь. Они пронумерованы. На этом все. Желаю вам удачного дня, вечера. Спасибо, что заглянули на мой канал. Классно, что подписались. Поддержка очень мотивирует.